Добрейшую всем, дамы и господа, с вами Кулин, и добро пожаловать на новый Shadow Fight 3. И сегодня нам нужно спасать Санька из тюрьмы. Да, многие уже догадались, у нас сегодня будет побег. Побег из тюрячки. Да, опять Санька посадили в тюрьму ни за что, и нам нужно его будет опять доставать по новой. И при этом нам еще нужно будет крутить ту самую доску удачи. Да, нам опять ее добавили. Но на этот раз, как говорится, за кристаллики. Давайте как раз я сейчас это покажу. Вот, пожалуйста. Самая доска удачи. И у нас ничего нового и нету, проще говоря. А билеты тут как бы не достанешь нормально. Тут только нужно их покупать. А они стоят... Да. Капец, 250 рубинских. Логично, 50 рубинов доплатите, я возьму один билет на престижку. И как бы будет это намного прям логичнее. Да, не знаю, не знаю. Раздрабы решили сделать какой-то дешевый трюк, просто положив это сюда, ну, подкатив, так сказать, и сказав, типа, мол, народ, крутите, чтобы было там весело и так далее, и все хорошее. Ну, к сожалению, как говорится, не повезло разрабам, потому что все нужно докрутить за кристаллы, а у народу и так, в принципе, нету кристаллов. Также нам еще добавили морский марафон, да, но скажу сразу, что можно сказать, ну, просто полная фигня, ну, честно могу сказать. Да, я заработал 140 очков, но я заработал их по той лишь причине, что у меня выполнились ивентовские задания, и я как бы от этого и ничего не получается и не получил, к сожалению, да. Ну, я, наверное, его даже не буду проходить, тем более я не хочу тратить эти дурацкие сундуки. Вот, я лучше их оставлю на спринт, который у нас будет на сундуке заданий, и как раз таки я их там буду открывать, то тоже извините, ребятушки, не хочу я их тупо сливать просто так, не надо. К сожалению, это будет мне тупо дорого, поймите. Ну ладно, теперь пошлите уже Санька спасать, конечно же, ставим лайки, запись на канал, если хочется видосики, ну и погнали. Ну что ж... Опять, и вот наше опять письмо, но я считать это не буду, потому что я уже тысячу раз это читал, так что пропущу. Пойдем в рукопашку, да, в рукопашку умирать и в рукопашку страдать, но зато получим какую-то легендарную случайную карту. Кстати говоря, как она здесь оказалась в обычке, не понимаю, тут у нас обычно всегда эпик, но, возможно, из-за какого-то спецприема или перка. Ну, вот так вот, да. Пошли в рукопашку, сейчас погоняю, да, кицуны, спасибо, не надо. Мы любители погонять по хардкоре, так что давайте-ка, пойдем. Вот, устраивать на этот раз уже бунт. Как говорится, бунт давайте устроим против наших любителей тут тюрячки. Да, ну давай, пошли. О, пожалуйста, я в маске. О, ну, фэншуй, фэншуй, ну как есть. Запинаем сейчас у всех этих наших тут любителей. Не надо. А, это я подожду. А, ну, конечно, конечно, бросаем. Нет. Попинаемся, да? Ну, тут как бы вестики что-то не особо пинаются. Легион пинается. Они просто бьют ногами. Ну, так и вышло, что я в итоге его запинал на первом раунде. Сейчас на втором тоже запинаю его. Вот. Жалко, что короны его нет. Мог бы дать. Вот. Потому что арена все же у нас тут углубилась прям жестко. Так. Нет, не открылся. Ага. А, ну, спасибо, спасибо, спасибо. А я-то не успел даже уйти. Давай, иди сюда, да, включай. Ой, куда ты торопишься? Куда? Да? Ну, проходи замедление. Все, давай, до связи, сокамерник наш, дружочек. Поэтому я пойду дальше. Уже с Саньком побеседуем, поговорим, да? Да, не повезло Саньку на этот раз. Хотя который раз? Он уже миллиардный раз сюда влетает, и пожалуйста, да. Ну да, конечно, главный-главный, опять у нас тюремщик. Угу, пошли. Угу. А я со Стануха иду, да. Со Стануха это такая больная тема. С одной стороны, имбовая, лишь только с каким-нибудь там... С этим. А с другой стороны, полная херня. Ну прям серьезно скажу. Вот. Даже не лучше того же самого цепного ножа и так далее. Вот, что погнали. Ну давай, чё, будем страдать. Уж поделать. Понимаю. А, ну и сразу же по хп уже посылаю, спасибо, да? Может, давай уж по-нормальному, а? А можно я подойду? Ну, видите, нужно пинаться, тут никак. Так, все, позажимаем чуть-чуть.
чуть-чуть. Ну ладно, хотя бы я что-то не нанес. Все равно. Так. Нет, не открылся. О, вот так открывается. Ну, так можно заставить любого открыться. Лишь бы он догадался об этом моменте, что я творю здесь. Так. А, и... Это как так? Анимации молнии не было, но я упал. Хороший вопрос. Что это за фокусы? Разрабы. Вот что это такое? То есть, получается, он как бы просто, как бы по небу попал, но эффекта не было. Хороший друг. Понимаю. Не фиксим все и это, но зато донатим. Ну ладно, ладно. Хорошо. Будет тогда творить всякую дичь. А то как же, вот, ну, это тюрьма, как бы никак. Уронишь мыло, сразу все. Вот, попадешься на отлов. Что, давай, понеслась. Иди сюда. О, можно сейчас вот так. Ага. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все хорошо. Попался. Вот так вот сделаем. Ну, это тупо зажим. Вот так-то лучше бы. Ну да. Забираю я со остановки. Не знаю, что сказать, но как есть, так есть. Потому что у нас же тут все облегчили, поэтому вначале нормально проходится. Это дальше уже все, не пройдешь нормально. Вот, а там еще у нас главный. И, конечно же, главный тюремщик. И, конечно же, тот самый надиратель и так далее. Ну, я вас понимаю. Все, а что, двигаемся дальше? Давай опять, да, у нас тут по классике жанра, поэтому ничего такого особенного и нету. Побег устраиваем, но возвращаемся опять сюда-сюда. Лишь бы опять устроить круговорот. Вы знаете чего, но говорить я уже не буду, потому что я заколебался вот это слово говорить каждый раз. Заколебался. Вот. Ну, вы поняли все, что короче. Так что, погнали. Вот. Гладиаторские бои устраивать на арене. Понимаю? Кстати, было, конечно, неплохо вести это гладиатора, но я помню, у нас он был. Правда, это был Буларк. Просто в масочке. Так. Давай, чуть позажимаем. О, нормально. Не-не-не-не-не-не-не, пожалуйста. Задаун не зажимаем. Задаун не зажимаем. Это не твое дело зажимать. Так. Все, забираю, да? На перфекто, все верно, я угадал. Я же, по-моему, так нормально, да? Да, все, перфекто, как надо. Забираю. Как есть, так есть. Это хорошечно. Ну, хотя бы я что-то в редком забираю на перфекто. Да. Вот так вот, это если что, по-итальянски. Вот, а я знаю, что это идеально просто. Идеальное соотношение, цена-качество и все такое. Вот, и редкости тоже стоять. Не открывается. Вот лишь бы сейчас нишок раздали и не зажимать начали. Спасибо. Понимаю. Тупо зажим. Ладно. Пошли поработаем чуть-чуть. Ага. Вот так вот. Ну, слава богу. Не зря же я за джету учился зажимать. Ай, чуть не повезло. Стой. Нет. Дядь, ну ты... дай зуйзать. Зараза. Так, ладно, хотя бы так дал. Все, нет, не умирать. Да ни в коем случае не умирать. Все, слава богу, забираю. Вот так-то уже получше будет. Не хочу, чтобы у нас ситуация была в 2-1. Нет, это мне не нужно. Вот. Лучше так. Лучше просто так. И страданий меньше. Все, забираем. Да, и давай пошли меняться. А на что меняться? А фиг его знает. Потому что уже кучу шмоток перебираешь. Все равно ты и золотой тоже миллиард раз. Ладно, приоденусь и я вернусь. Ну что ж, вот я приоделся. Я весь синенький. Да, любительским образом, как видите. Потому что у меня здесь все было покрашено на синий цвет. Так что вот так вот. Ну погнали, сейчас мы разбираться. И я надеюсь, что в такой броне, особенно на 12, я смогу вытащить. Ну, хотя, в принципе, по факту и так я смогу это выиграть, но какой ценой, если тебя сносит по ХП и устраивает безумие с теневухи. Да. Вот так вот. Потому что, ну, все это как и есть, так и есть. Как же, четырячка. Вот. Хотя в остальных моментах это то же самое, поэтому можно даже и не говорить. Прям знакомое явление. Ладно. Погнали, да? Ну, как ты меня видишь синим? Каким образом? Да, а я с нагинатой. Вот так вот фигачится. Так. Может, по фэншую, да? А, ну конечно. Нет. Все. Держи. Вот это я понимаю. Все. Да, заднего удара нету. Ну ладно. Ага. Нет. Все. Машета.
Откроешься? Ой, правильно, все. И сразу минус синевуха у него будет. Все. Ну да, ну да. Батяра, я тебя понимаю. А я забираю. Снова и снова. С каждым разом. Вот. Главное, не застыть на кое-где моментах. И не умереть. Вот. Просто, ну это логично как бы, поэтому вот. Ну давай, двигаемся дальше. Да, ну да. И конечно, чего хватает, тут не хватает легионеров. Уже по-нормальному. Вот. О, сразу шок раздал, так, хорошо. Вот так вот. А, блин, ну конечно, конечно, металлочку сразу подкидывают. Постою, постою. Угу. Ну-ка, могу... Ай, ну конечно, дядь, попробуй меня еще заспайм. Не надо. Так. Все. Вот так-то уж. Ай, блин, чуть-чуть не попал. Ладно. Нет. Все. Ну-ка, держи моих макслинок. Так. Все, позажимаем. О, вот это по-нашему. Крита нету только. Ну ладно. Все равно добиваю. И я иду дальше. Да? А дальше уже всем известный, да, тюремчик. Тюремчик, да. Конечно, не главный, но зато какой. Так, и что у нас там падает? По-моему, должен сейчас мне выпустить какой-то перк. Ну, сейчас смотрим, сейчас смотрим. Да, да. О, оглушение выпало. Нормально, нормально, нормально. Сойдет, сойдет. Правда, не всегда она срабатывает, но как есть, так есть. Ну да, главный тюремщик, как говорит у нас Санек. Так что, давайте-ка, погнали. Чем им разбираться. Вот. Все, полетели. Угу. И будем, как говорится, всех тут разбирать. И спокойно тут отправлять их самих в тюрьму. Куда подальше. Вот, да. Чисто логически так звучит, но на самом деле нет, мы просто убежим. Да? И да, я, знаете, охранничек наш, дорогой любительский. Я знаю, что ты иначе можешь по ХП будешь сносить. Да? Хотя я так чувствую, уже нет, потому что, опять же, не рпанули нафиг те ивенты. Ну, боссов, точнее, там, с противниками. Вот и правильно. Так, ага, ясно, уж по ХП снес. Ага, давай. О, вот это я понимаю, Сангината. Да. Меня здесь тащит, но в арене нифига. Ой, зря открылся. Ну да. А нет, прости, я вынужден вот так вот сделать. Нет, я не хочу, чтобы я сейчас с ним еще умирал. Лучше так, хорошо? Ничего страшного, я все равно так себя подстраховал. Вот. Ну уж поймите, не хотелось мне в ситуации в 2-1 или в ситуации вообще 1-2. Не, 1-2 это намного хуже, чем 2-1. Ну ладно. Так что вот так. Как говорится, Денас проникает в тюрьму Легиона. Что происходит в этот момент? Происходит какая-то буйня. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Спокойно. Вот так вот. Как бы подбирается вестником, но это на самом деле Денас. Вот. Хорошее название. Звучит, но это тупо звучит как зажим. Так. Может без зажима, а? Вот это я понимаю. Еще и бомбочка подлетела. Добьет? Ну да. Бомбочка добивает. Ну, выручает, что ж поделать. Да, вот так вот. И до связи, наш охранник. Я с тобой еще увижусь. Вот. Увижусь уже с тобой еще раз в притишке и на стриме. Потому что на стримах я его тоже встречаю, да. Вот так вот, потому что вот это творится на стримах, что вообще мы не понимаем, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Ладно, давай, у нас остается только самый главный безумец, как говорится, среди безумцев. Но на самом деле он не безумец среди безумцев, он все равно просто... Хочет всех на тут порубить с плеча. Да, порубить и спокойно всех казнить. М-м-м. Да, хорошее название. Ну ладно. Да, вот наш тюремщик, да? Понимаю, понимаю, да. Что как надо, да, ясно, да? Ну ты здесь не чемпион, да? Кстати, заметьте, у него почему-то обычная окраска. Хотя должна была быть красная. Ну, видимо, скорее всего, разрабы здесь исправили немножечко. Чтобы было уже по-честному. Ну ладно, как есть, так есть, давай. Вот так-то лучше будет. Угу. Лишь бы меня сейчас топоров не убили. Не хотелось бы. Так. Вот так-то получше будет. Угу. Иди сюда. Нет. А, спасибо. Понимаю. Нет. Нет, пожалуйста, не убей. У меня сейчас топоры. Да, топоры. Вот топоры, зараза, блин. Ну от них как-то нормально и не уйдешь, да. Ну ладно, мы теперь в ситуации, что я без теневых остался. Хорошее название. Ну так вот. Вот, как говорится, подлетает ликвидатор и снимает тебе теневуху. Ни за что. Еще и раунд при этом тоже забирает с собой. То, что ты тоже тюремщик у нас тут нечестный. Да, поцарапал, но ты сам виноват, прости. Нужно это.
как бы не устраиваешь эти бабовища. Так. Нет, нет. Спасибо, что ты не бросил меня. Хорошо. Лучше так будем творить. Угу. Ну да, если прям не открывается. Понимаю вас. Так, а можно, пожалуйста, без казни? Не надо. О! Вот это я понимаю. Нет, 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 нет. Хорошо, дал. Не надо, не надо, не надо. О, вот это уже похорошище. Ну, теперь еще у нас на равных, как договаривались, да? Хотя, на самом деле, нет, у него там тенемуха полная. Да. Скорее бы сюда честный бой сержанта, но сержанта тут нет, поэтому не просите. Вот так вот. Вот, а мы будем разбираться именно вот так. Это же у нас шарик третий. Так что здесь надо работать по фэншую. Постою, да? Ой, спасибо, что это... А, спасибо, я тебе еще шок раздал. Нормально, хорошо. Давай тогда, пофигачись еще. Так. Ну-ка. Ну, вот это уже по-нашему. Так, ай, блин, спасибо, тенемуха полная. Позажимаем все себе чуть-чуть. А, спасибо, да-да-да-да-да-да-да. Нет. Куда, куда, куда? Сразу юзай тенемуху совсем, что ли, а? Где же тогда маслина от меня? Блин, правда, упори дал, ну ладно. Уже некуда. Ай, назад лучше. Нет, нет. Нет! Вот так-то и надо. Все. Уж не надо за мной бегать, пожалуйста. Ты не крыса, варенье, пойми. Ты не крыса. Ты же бот. Хотя боты тоже умеют крысить, к сожалению. Поэтому, к сожалению, это тут попечально. И это правда. Только так. Ну, я, благо, синеухой. Ну, надеюсь, что у меня сейчас он не грохнет тоже, синеухи меня. Ну, у него шкала же не полная. Хорошо. Так. Опять пофаншуемся чуть-чуть. Ладно. Постои, поблочим, да? О, зато так дал. Так. Пока я ее ждать не буду. Да? Ага, чуть не открылся за себя. Чуть не открылся. Так. Да, понимаю, так. А можно бе... А, ясно. Сейчас зажим начнется. Нет. Ну, похоже, снес, как хорошо. Ну да, ну да. Не получается подкатить. Не надо. Так. Все, попробуем хотя бы задний дать. О, хотя бы задний дал. Ну все. Хотя мы даже тебя так добьем. Без синевухи. Ну-ка. Отдохни-ка, пожалуй, ты. Отдохни. До связи. Я с тобой еще увижусь. Снова. Угу. Так что отдохни. Тем более, ты мне уже и так раунд снял, поэтому твоя работенка, к сожалению, закончена, а мы спокойно с Саньком сваливаем, да. Ну, мы знаем, куда сваливаем, поэтому, ну, говорить я уже это не буду, нафиг надо. Угу. Все, давай забираем эти жетоны, да, и у нас Санек говорит, что, да, великолепно, мы сваливаем, да. Как говорится, кто куда, а мы сваливаем. Да, хорошо, так что открываем бустербак, ну, мне бустербак этот чертов не нужен, нужна только устойчивость. Ну, а я так чувствую, ее не будет, да? Да, не будет ее. Не будет. Не просили, не вызывали. Все, хорошо. Как есть, так есть. Так, ну и давай забираем, получается, металлочку, ножики наши. И все. И больше ничего, потому что дальше надо гнать. Гнать и перегнать. Да? Ну, как есть, так есть. Вот так вот. Ну что ж, друзья мои, я буду завершать наш выпуск из тюрьмы. Теперь мы с Саньком сбежали и кое-где чилим. Ну да, потому что нам тут тюремщики, к сожалению, не нужны. Да, дурацкая доска удачи, я, правда, ее крутить не буду, зачем мне это нужно. Да и к тому же она еще за кристаллы, как я уже в начале видосика говорил, и смысл, кто ее будет сейчас крутить, не знаю. Ну, может быть, если хотите, я один раз покручу, может быть, во время престижки, но я так чувствую, там ничего нормального не будет, и как бы на это я и не надеюсь. Ну, вот так вот. Мы с вами прощаемся, так что давайте всем удачи, всем пока. Конечно, ставим лайки, подписывайтесь на канал, ставьте видосики. Ну и, конечно, всем удачи, всем пока-пока.